бойца на гребне противотанкового рва. Сегодня 10 октября 2010 года. Поисковый отряд «Ополченец». Боец присыпан в небольшом окопе. Полностью скелет упорядочен. Мы сложили по косточкам в пакете ребра, таз, лопатки. Здесь ноги, обувь. На черепе каска. Среди костных останков были пули от немецкой винтовки или пулемета 7,92. Они деформированы об кости и, видать, были поражены. И, видать, боец был поражен этими пулями. Три пули расплющены. Ни медальона, ни знака гвардии или награды обнаружено не было. Видишь это? Вижу. Пули. И они на них даже кости остались, вот как они в кости врезались. Плющенные пули. Боец доставал. Вон кальций от костей.